Хотите чего-нибудь нового? Взгляните на карту. Париж. Интересно? Рим, Нью-Йорк. Если вы не были там, то не так много потеряли. Вы увидите эти прекрасные города во многих фильмах. Желаете чего-то пооригинальнее? Мы удивим вас. Полноводные реки дарят удивительную свежесть. Мы подарим вам нежный, как пух, снег. Покажем лучшие горнолыжные трассы. Мы знаем место на земле, где бархатное солнце нежно ласкает вашу кожу. Пробудим в вас инстинкт охотника и вернем в современную цивилизацию. Добро пожаловать в Татарстан. Место, где мудрый Восток встречается с прагматичным Западом. Здесь, на перекрестке древних торговых путей, живут красивые люди. Под этим небом каждый сезон имеет свою неповторимую окраску. Каждую секунду в Татарстане появляется что-то новое для вашего великолепного отдыха. Мы ценим ваше время. Дайте нам 5 минут, и вы будете знать все, что вам нужно для того, чтобы провести незабываемый отдых. 5 минут – всего 300 секунд. И это 300 поводов приехать в Татарстан. Даже больше. Вам достаточно посмотреть сверху на самую большую реку Татарстана – Волгу, чтобы оценить ее масштаб. А рек в этом краю – более 500, и озер – около 8000. Рыбалка или водные виды спорта под мягким солнцем. Каждый может найти себе место для своего увлечения. Не стоит расстраиваться и любителям серфинга. Морской прилив вы вряд ли здесь увидите, но поймать свою волну можно. Кайтсерферы говорят, что на доске под парусом в пресных водах ощущения непередаваемые. Кстати, про море. Там, где сливаются реки Кама и Волга, от одного берега до другого около 50 километров. Это красивое пресное море, на берегу которого Булгар, столица средневекового государства Волжской Булгарии. После того, как вы почувствуете дух ушедшего народа, рекомендуем вернуться в современность. Благо рядом отличный отельный комплекс «Регина». В этих краях издревле жили люди – елабуги, что к востоку республики уже больше 1000 лет. Во всяком случае, тысячелетний юбилей этого города недавно с размахом отметили. Если вы что-то слышали о медведях и цыганах на улицах России, забудьте. Так выглядит старинный русский купеческий город. А здесь творили поэты и художники. Один из них, Иван Шишкин, действительно нарисовал медведей, что стоят на опушке под вековыми соснами.
уже прошло более 100 лет, а в заповедных лесах под Елабугой можно найти это место. Но тех косолапых вы, скорее всего, уже не встретите. Зато другого зверя, пожалуйста. Зимняя охота – старинное русское развлечение. Но современный снегоход добавит чуточку скорости и экстрима. Возможно, в первый раз крупного млекопитающего вы вряд ли подстрелите. Помните, большинство ценят сам процесс. Так же, как горные лыжи, совсем не обязательно стремиться к мировым рекордам, чтобы чувствовать себя горнолыжником. Хорошая экипировка, хорошая трасса, хорошая компания. Что еще нужно? Если вам чего-то не хватает, на горнолыжной базе «Казань» есть все, чтобы и покататься, и отдохнуть. Впрочем, если наскучила зима, попробуйте на вкус «Вечное лето». Казанский аквапарк – один из самых лучших в России. Если бы в этом вечном лете была метеорологическая служба, то прогноз для аквапарка был бы такой. На нашем острове всегда радостная погода. С воды дует легкий ветер счастья и веселья. А как иначе? Ведь Казань – город юных. Представьте, в миллионном мегаполисе, который только недавно отпраздновал свое тысячелетие, столько университетов, что если вы начнете считать количество молодых и красивых лиц, которые улыбнутся вам навстречу, то собьетесь со счета. Недаром Всемирная универсиада 2013 года будет проходить именно здесь. Поэтому Казань растет, и по соседству с уникальными историческими районами взлетают ввысь шедевры мировой архитектуры. Слова «рост», «инвестиции», «успех» буквально вписаны в архитектурный ландшафт. А если ваша жизнь – движение, то поверьте, на клубных площадках Казани выступают лучшие диджеи. Для любителей джаза и рок-н-ролла тоже найдется свое место свободы и музыки. Если же вас влекут более вечные ценности, то почитателям классики советуем посетить фестивали оперы и балета, которые в Казани также регулярны, как смена времен года. И главное, в Татарстане на стыке цивилизаций живут красивые гостеприимные люди, которые знают, что такое праздник. Это удивительный вечер для двоих. Красочный праздник для компании и огромное торжество для сотен тысяч счастливых людей. Все это Татарстан, край вашего великолепного отдыха. Запомните эти несколько цифр. Это телефон сети отелей «Регина», плюс 7, код города 843, телефон 276-99-66. Просто позвоните, и все организационные вопросы будут решены. Вас и в аэропорту встретят, и программу отдыха подберут. Кстати, дисконтная программа и скидки позволят вам существенно сэкономить.
Насладитесь яркими красками. Получите незабываемые эмоции. Вы еще не взяли билеты?